Итак, съемка начинается. Это очень крутая горка. Возможно, не все доедут до начала этой горки. Оператор первый не доедет. Мне, честно говоря, довольно стрёмно ехать снимать. Поэтому я поеду тихонечко и очень тихонечко. Внизу парад низа. Вот тут советы всякие. Как держать аппарат, в частности. Ого! Ого! Давай-давай, езжай! Это спланировано нами, здесь! Это наш личный склон сегодня! Да сегодня, да! О, блин, тут уже льда много! Ну, лед это не очень хорошо, особенно когда снимаешь. Это даже, так сказать, фактор усложняющий спуск. Значительно. Ой. Во-ха-ха. О-хо-хо. Не мешает только мне чепушила своими гнусными выходками. Кто с теми мельтешит такой передо мной? Подъемник начинается. А? Ну я аккуратненько. Да, по льду, конечно, ехать удовольствие спорное. Но если ехать по льду за Гришей, то это превращается прям в приключение. За сим съемка заканчивается. Леон.